Одесса, 24 июня 2023 года. Около 3 часов ночи поступает информация, что в сторону Одессы зафиксирована ракета. Возможно, это «Калибр». Чуть позже информация обновляется. В акватории Черного моря замечены 3 Ту-22М3. Возможны пуски ракет. Новая информация о госперевороте в России. Приходит сообщение, что ФСБ дало приказ не препятствовать движению колонн Вагнера. Пригожин опубликовал сообщение, в котором он рассказывает, что авиации России приказали наносить удары по колоннам Вагнера, но летчики отказались это делать. Тем временем в направлении Одессы фиксируется еще одна воздушная цель. В начале 4 утра появляются сообщения, что фиксируются запуски калибров с акватории Черного моря. Также поступает информация, что в небе Украины фиксируется четвертая волна ракет. И вот только что готовятся пуски ракет Х-22 с Черного моря с трех бортов Ту-22М3. Срочно все в укрытие. Фиксируются пуски ракет в направлении Одесса-Николаев-Херсон. Приходит информация, что в разных регионах Украины работает ПВО, идет сбитие ракет. Вместе с тем поступает сообщение, что в Ростовской области начались первые столкновения между ЧВК Вагнера, Росгвардии и ФСБ. Это пока все новости, которые есть на данный момент. Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч!